науки, мирной и созидательной работы по обустройству России и ее обновлению. 19 февраля Александр Рудской принял в Кремле наследного принца Иорданского Хашимитского королевства Суму аль-Амира Раида бен Зейда. В ходе беседы, проходившей в духе открытости и взаимопонимания, стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних российско-иорданских отношений, обменялись мнениями относительно хода процесса мирного ближневосточного урегулирования. Рамазан Абдулатипов считает, что конституционное соглашение не приведет к стабилизации обстановки в России. По его словам, ни соглашение, принятое на съезде, ни вопросы референдума, сформулированные президиумом, ни президентский проект не решают принципиального вопроса о разграничении полномочий. Кризис власти, отметил Абдулатипов, не в том, что плохо разграничены полномочия, а в том, что на всех уровнях эти полномочия не исполняются. При президенте России будет создано Федеральное агентство правительственной связи и информации. Такое решение принял российский парламент на совместном заседании палат. Закон создает правовую основу деятельности органов правительственной связи и информации, которые станут основной частью сил обеспечения безопасности России и войдут в систему органов федеральной исполнительной власти. Каждая из трех ветвей федеральной власти в России, исполнительная, законодательная и судебная, будет иметь собственную, независимую и самостоятельную охрану. Такое решение принял 19 февраля российский парламент на совместном заседании палат, проголосовав за принятие закона о государственной охране высших органов государственной власти Российской Федерации и их должностных лиц. Московское время 22 часа. Выработать принципы и гарантии согласия институтов российской государственности во имя того, чтобы 1993 год стал годом экономики, мирной и созидательной работы по обустройству России и ее обновления. В ходе беседы, проходившей в духе открытости и взаимопонимания, стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних российско-иорданских отношений, обменялись мнениями относительно хода процесса мирного ближневосточного урегулирования. Конституционное соглашение не приведет к стабилизации обстановки в России. По его словам, ни соглашение принятое на съезде, ни вопросы референдума, сформулированные Российский парламент на совместном заседании палат.